На ромашке можно не только гадать. Именно этот цветок является символом дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. О том, как проводит этот день и что в целом знают об этом празднике, мы сегодня спросили у жителей города Рассказово. Знаете ли вы, что завтра за праздник? День семьи. Да. А как-то вы его отмечаете? Нет. Да. А что вы делаете? Ну, собираемся всей семьей за столом, кушаем вкусные салатики. Вот именно на этот праздник нет. В основном моя семья работает в культуре, поэтому мы на мероприятиях в этот день. Вы его как-то отмечаете? С родителями, да. А чем вы занимаетесь, расскажите? В смысле, в этот праздник? Да. Ну вот с семьей, может быть, у вас есть какая-то традиция, куда-то ходить или ездить? Мы с родителями ходим в кино. А завтра пойдете? Скорее всего, да. Будете завтра отмечать? Может быть, с семьей куда-то пойдете? Нет. Нет? Я буду работать. Вы знаете, что завтра за праздник? Нет. Нет. День семьи, любви и верности. Слышали что-нибудь? Да. Да. А что в этот день делают люди? Гуляют. Просто гуляют? Гуляют с семьями или с друзьями? С семьями. А вы гуляете с семьями? Да. Конечно. А вы знаете, в честь какой супружеской пары, в принципе, отмечается этот день? Петр и Феврония. А вы как-то его отмечаете? Феврония? Я да, мы завтра будем выступать, я пою. О, ничего себе. А знаете, какой символ этого праздника? Ромашки. Вы маме завтра подарите ромашки? Конечно. Всем девушкам его дарят 8 июля. Думаю, что шашлык, по-моему, папоротник, что ли. Ромашка. Ромашка. Завтра хотите получить от кого-нибудь ромашку? Хотелось бы. Будете ждать, чтобы вам завтра кто-то подарил ромашку? Или, может быть, вы сами кому-то подарите? Я думаю, сама подарю кому-нибудь. А кому, если не секрет? Думаю, маме. Вы завтра подарите мамам ромашки? Да. Конечно. Прям обещаете? Да. Мы проверим. Ладно. У меня, знаете, какая традиция? Любить своих детей, внуков, своих родненьких. Мой сын на войне уже 10 раз, поэтому я любовью живу со своими детьми и внуками, и внучками, и правнучкой. Завтра проведете с ними время? Да, они ко мне придут на концерт. Какие-то традиции, обычаи, связанные с этим днем? Ромашки маме дарить. А опишите семью одним словом. Вот что для семья? Вас? Семья? Комфорт. Доверие. А у вас? Любовь. Семья – это сплоченность, доверие друг другу и любовь. Верность. Любовь. Помощь. Это крепкие взаимоотношения между близкими людьми. Любовь. Дети, лад в семье, дальнейшие планы, дожить до 100 лет. Алина Краснова, Алина Родионова, Тволк, городские порталы.